Брамбл. Это демо-версия игры для тех, кто будет смотреть записи, если я буду ею заниматься. Очень похоже на маленькие кошмарики. Это предварительно, мы же еще не смотрели поближе. Очень мрачная. Обещает быть очень мрачной. Закадровый текст, субтитры. Общая громкость, наверное, вот так, 50. Достаточно будет? Да кто ж его знает, у меня вообще тишина пока. У меня громко. А ты в своих наушниках, потому что... А, понятно. Это у меня после Конана. Ну, вообще, я смотрю, что для чатика 100% вообще нормально будет. Это мне надо тише сделать. А я там звук выкрутил, думаю, что такое? В общем, если будет орать громкость, то вы мне скажите. Я могу не увидеть. Вот, все нормально теперь. Так, экран, Windows, это фуллскрин. Синхронизацию можно включить. Частоту кадров можно сделать 60. Или даже 72. Графика Epic, цветовая гамма 0.2. Все. Не буду ничего зачитывать про игру. Давайте просто демку посмотрим. Все расскажут, я думаю. Контроллер. Я играю со Steam контроллера. Да. Играем мы в Steam. Демка, кстати, бесплатная. Кому интересно, можете сами поиграть. Ну или что-то такое. Тролль. Они же вроде каменные. Я так понимаю, он... На солнце? На солнце каменным стал, да. Олле was comforted by the morning sun. Классно. He had survived the night, but just barely. Ну да, это тролль. Он стал камнем, каменным, когда... At least he had found the stone again. Хотя бы он нашел камень. То есть... Не работает. Интерфейс есть, а перевода нет. And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Я не буду переводом заниматься. Ладно. Посмотрим просто, как это... Возможно, в полной версии все нормально с субтитрами. Как это интересно выглядит все. Мне это напоминает Brothers. Ну, там это было более мультяшное такое. А здесь прям ну, вот она, такой классный. Мало того, что более мультяшное, она более старая все-таки. Ну, естественно, естественно. А, прыгнуть... А, ну то, что мне на грибочек надо. А дальше сюда? Угу. А почему мы такие маленькие? Или это мир такой большой? Может, и мальчик с пальчик. А может, мир большой? Yeah.
Это ты идешь, да? Да. А вправо-влево? Ты сразу вот куда нужно попёрся? Ты думаешь, в этой игре есть нет, смысл? Нет, я просто просила. Я так медленно хожу, что... А, ну они не дают пройти никуда больше. Ну, понятно. Ладно. Там просто олень стоял. Туда, наверное, нельзя подойти просто. Нет, скорее всего, нельзя, конечно. Ну, ладно, давай к ёжику. Гном такой наверху. Ага. Вот так даже. А. А почему молчком? Поговорили бы. Ты его утопить решил? Он плавает? Да. Это плавающий ёжик. Вообще плавают нормально. Достаточно шустро. Зайти не может на листик. О, лягушка. Угу. Нам куда? Туда вперед, да? А, ну да. Да, похоже. Да, да, да. Здесь, ну, пока выглядит все очень линейно. Угу. Поэтому можно, наверное, не волноваться. Назад. А, назад отслезть. Тут есть кто-то меньше тебя. Ну да. Гном куда-то направо ушел. А я не могу тут пройти, вот куда, где он прошел. А бегать я как-то могу? Ой, это что? Дуванчики. Тоже аллергия. Кто-то носит или они сами? Да, их кто-то носит. Ой. Ой. Одуванчиками в нос ей, да? Эконом лифт. Ага. Чего ревешь? Не реви. Звуков не хватает каких-то. Говорю. Да, да. А, мне надо его нужно, доставить, да. Ага, наверх. А вы кто? А, тебе грибы на бревно какие-то нужно. На бревно вот на это. Голожопые. То есть тебе в круговую сейчас направо нужно уйти, чтобы выйти к этому бревну. Угу. А вот это что? Фигурка какая-то. Посмотри, наводится. Взять? Ну возьми. Видишь, собирается что-то. Угу.
ЛБ... Пригнуться. Я понимаю. Кнопку пытаюсь вспомнить где-то. О, бревно. Дошли. Угу. А куда эти делись? Убежали. Что-то дудит? Что ты сопротивляться не можешь? Ой-ой-ой. Нормально. ЛТ. И дышит. О! Так, куда-то вон туда можно смотреть, да? Ага, а направо я и не допрыгну. Ага. На скорость, смотри. Звуков глупо. Тут, вот со звуками, да, не хватает его звуков, видимо. Ну я уже это, да, тоже озвучила. Да, да. Ты знаешь, как по мне, если вы не хотели озвучивать персонажей, хотели на этом сэкономить, то делали хотя бы голос автора. Просто закадровый какой-то голос один, чтобы читал, как сказку, повествование. Было бы очень круто. Вот, я тоже говорю, что на Brothers похоже. А зачем ты скинул? Я не знаю. Она теперь вон болтается. Она и болталась, по-моему. Может, надо было скинуть именно на... Она не болталась. А. Или болталась. А справа что там? А, тут некуда. Вроде ничего. Ну все, давай вот на эту штуку, которая болтается там. Угу. Пусть туда болтанется, и мы прыгнем. Ну, о, супер. Интересный момент, что когда руки заняты, он фонарик убирает. Логично. И мне приходится нажимать кнопку, чтобы держать фонарик. Постоянно. Очень неудобно, на самом деле. Мыши. Что это было? Кто-то прошел там, брякнул. Так, нам куда, влево, вправо? Вправо? Ага, вправо. Смотри, сейчас та будет клетка опускаться. Ой. Тихо. Видишь, это поднимается, это та опускается. И по правой клетке, видимо, надо будет направо переместиться. А этот кто-то слева теперь ходит. Может, надо было сначала налево сходить? Да не. Не, ну может там какой-нибудь тупик с фигуркой. Сейчас падать будет, смотри. Классно, вот эта вот механика интересная. Фигак.
Я тут уже это уже дальше. Подожди сейчас. А, вот так да. А, все падает, падает, падает. Тоже будет падать? Да, падает. Главное тут не поторопиться. Вот, тут просто не очень понятна перспектива такая. Не, ну, вроде понятно было. Потому что расстояние одинаковое. Саша так на меня сейчас косяка даванул. В этом взгляде было, вот сама и прыгай. Ну да. Как-то это странно сделано все-таки. Прикольно, но странно. И меня напрягает, что там кто-то бегает слева. На клетку, что ли? Да. Ага. А что мне надо было делать? Сейчас не очень уловил. Ну, может, ты не допрыгнул просто? Или, может, надо было дождаться, она крутилась? Нет, не крутилась. А. Может, она, видишь, поднимается. И что? Надо было быстрее, возможно. Ага. Ну да, надо быстрее. Сейчас руки нам покуха, пальцы покусает. Покуха, хватит там, перепрыгивай, ага. Кто там? Не знаю, птичка какой-то. Ну ходил-то там точно не он. Клетку посадил кто? Тот же, кто и нас забрал. Не знаю. Куда забрал? Сюда. Музыкой вот этой вот. О, видишь, гитара у него там какая-то, или что это? Угу. Ну да, смотри, видишь, волны музыки идут, и такие люди. Да, 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 сами идут. А потом он их того? Или что это показывает? Типа животных убивает таким образом или что? Вот здесь уже люди лежат, видишь? Угу. А там это что? Больше на животных было похоже. А это люди? Здесь вроде как люди. Я вообще вижу какую-то утку, если честно. Какую сначала. Утку? Не знаю, вот типа утки что-то. Это его руки? Спереди клюв. Ну, я говорю, я не сразу увидел. Сейчас я уже вижу, да, людей. У него там первый раз я Дональд Дак нарисован. Что-то не то. Вот оно, поколение, выросшее на черных плащах. Опять, опять, опять. Заткни уши. Вот он. Вон, это она. А кто там в это был у них из таких, кто вот музыку играли? Какая-то кикимора непонятная. Ну вообще русалки заманивали же. Ну, ой. Ну. А это тролль.
Не, ну это же какая-то одиночная. Русалки, сирены, они же не одиночные, насколько я знаю. Мне кажется, вы не в ту сторону. В скандинавской мифологии, то есть, ну я вот таких что-то не помню, не знаю. Вот она. О! Страшно. Тебе покушать, что ли, я не знаю. Давай быстрее. А, так она и пытается покушать. Классно. Ой. Я сам, говорит. Утопленница какая-то. Угу. Да что ты? Да какая-то зомби. Судя по звуку. Она топит только те листики, по которым я хожу. А, бежим. Грязно. Да ну нафиг. А, беги быстрее. Да что не так-то? Вроде хорошо все было. Чуть раньше надо было, что ли? Чуть быстрее. Да куда быстрее-то? Вот смотри, ты сейчас с опережением вроде идешь. Вот, немножко... В этот раз побыстрее, мне кажется, получилось. А как-то можно там ускориться там? Я всякое пытаюсь сжать. Давай, давай. Ты сможешь. Я тоже думала, что за бревно, но вроде всё, сейчас оно... умру, походу. А на какое бревно там? Где-то бревно было? Ну вот справа, которое было вдоль твоей дороги, но можно ли на него забраться и по нему пробежать? Мне кажется, тут задум как раз по тени идти. Вон, видишь, ветка. Вот эта. Ага. Нет. Ну понятно. На камень, может, вот на этот. Справа. Нет. Ну, значит, сейчас догонит. О-о-о! Бежим! Бежим! Как это? Давай, она давай, все давай. Еще за нами. Давай, прыгаем. Давай, бежим! Запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. У нее ноги. Неожиданно. Вон она опять уселась, смотри. Угу. Перебегать надо будет сейчас. Стой, дождись. Вот теперь беги. Стой. РБ бежать. Ага. Быстрее, 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 стой. Прячься. Фу. Вот сейчас вот подальше придется в ее сторону бежать. Бежим. И вот этот камень получается, да? О! Хотя нет, подожду. Какая, блин! Вот за камень надо было. Ну да. Вот за этот камень надо было. А я ведь могу сделать вот так, наверное. Ну да. Ну, ты к этому бы успел. Вот сейчас вот справа за камень спрячься еще. Прежде чем прыгать, ага. Вот теперь давай. Вот за этот. Супер. Круто сделали, на самом деле, вот этот момент.
Успеешь за этот спрятаться? Я же жив. Лучше дождаться вот этот тогда. Раз тут бесконечные. Угу. Бежим, бежим. Угу. Сиди пока тут. А? Успел. Вот же какая дрянь-то, а? У меня еще Steam-контроллер тут вибрирует так дико. Когда вот она волну начинает пускать, он прям такой по нарастающей прям вибро дает. Угу. Так, надо подумать. Еще будет, нет? Похоже, нет. Вот здесь еще, смотри. Лбе пригнуться. Угу. Ну что пристало-то, ну? Господи, тут тельце-то на один укус. Нет, пристало. Гадина. Я что-то не то сделал? Да кто ж его знает? Вроде нормально все. А, хорошо. Интересно, а в полной версии побольше как-то, ну, со звуками получше работает или? Мне кажется, одинаково. Так же, да. Плохо? Так-то вообще мне нравится очень. Я думаю, это дело привычки, но просто не хватает, как мне кажется. А что забрать? Ага, книжку. In his past life, Nakin was a simple man that loved playing his violin, but the village did not appreciate his talent. Это была не женщина, получается, это мужик вот этот. People would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Nakin fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Nakin's anger finally overtook him. Ну, в общем, его булили всю жизнь, и любила его только одна женщина. А потом он сошел с ума. Marched into the village. Playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn out. Он ходил и играл запретные мелодии какие-то, и все пускались в пляс. They eventually died. И в конце концов они умерли. Shuffling corpses, still trying to dance to Neckin's melodies. Стоптались, короче. Танцев. His love was not spared death either. Devastated, Nakin left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Но если я правильно понял, то его девушка тоже умерла от того же. Mm-hmm. И в итоге он забрал ее тело и ушел в болото. Where he still lures people with his deadly music. Где он до сих пор играет свою музыку и убивает вот всех проходящих. Подожди, а может еще что-то можно? Может. Нет? А, ну не вот, тело и черепок, кстати говоря. А там тогда кто, если тут два черепка? Ну это просто история, рассказана нам, кто это такой, видимо. Случайные прохожие. Осторожней. Не прыгай раньше времени, то приземлишься куда не нужно.
Ну да, это точно не девушка. Почему? Ну потому что сисек нет. Да высохли. А, ну тогда бы они там болтались там тряпочками на ветру. Так, Саша, рули, рули. Я пытаюсь. Я бы посмотрела, что там позади, как оно рулит тоже. Так оно бежит, это мы маленькие, тут по какому-то ручейку непонятному плывем. А, мы не такие уж маленькие. Что, в смысле конец? Я только во вкус вошел. Какой конец? Нет, ну это очень круто, на самом деле, мне понравилось. Но мало. Мало, да, и вот хотелось бы еще каких-то звуков побольше. Вот. Прут нет. Диалогов немножко. Во-первых, хотелось бы перевод все-таки вот этих историй. Его, конечно, не хватает. Во-вторых, да, со звуками явно что-то не так, не хватает звуков персонажа, наверное. Ну ладно. Мне понравилось.